Так, и куда пошел этот придурок? Мало того, что он меня здесь кинул в этом зимнем лесу, так сам смылся куда-то и без меня вообще. Лучше бы я сдох от того Виндиго, или как там он называется. Говно одним словом какое-то. Так, надо собраться. В ящике... Нет, по-моему, ничего не осталось. Надо выходить потихоньку. Посмотреть, что на улице происходит. Да вообще лучше ночью не соваться в лес. Так. А куда он, кстати, делся? Может, он пошел в те дома? Нет, туда я точно не пойду. В сарай тоже. Может быть, в ту сторону сходить? Я там... Его топор, который он нашел? В смысле? На него что, напали здесь, что ли? Да ну нафиг. В ту сторону идти так надо, я понял. Блин, зря я снял куртку. Да и пофигу на эту куртку, не буду возвращаться за ней. Потому что сейчас мало ли чего. Странное дерево какое-то прям вообще. Блин, я слышу вой, надо быстрее идти. Я что-то там вижу. Какое-то здание или что это? Да, похоже на какое-то... Что? Большой люк? Его не открыть. Видимо, он примерз хорошо к земле. Надо будет потом найти то, чем можно раскопать вот это все. И потом этим топором, рукояткой или чем там, может быть, на другой стороне топора же такая хрень есть, можно будет отбить этот люк, чтобы он отвалился полностью. Так. Вот этот дом меня напрягает. Мне не нравится он. Лучше сюда не идти. Но хотя выбора у меня-то нету. Так, стучать, думаю, бессмысленно, потому что здесь никого нету. Да и на улице холодно, блин. Но сначала в окна посмотрю, что там есть. Темно. Здесь что? Какая-то комната. Короче, все, пойду. Так, дверь открыта. Закрою ее. Так, здесь потише надо быть. Может, это Винтика прячется где-то. Стол какой-то. Кабинет, в общем. Что это за шорох? Так. Мне это не нравится уже. Надо быть поаккуратнее. Ё-моё. Какие-то стулья стоят. Кресло, точнее. Стол какой-то. Полки. Зачем? Но... Так, чёрт. Что это было? Звук сверху доносится. Как будто кто-то кого-то ест. Нет, не может быть. Они не могли его съесть. Не хочу туда подниматься пока что. Так. Ё-моё. Я пересрался жестко. Что это за... Так, черт. Кто-то спустился по лестнице. Скоро рассвет уже. Черт, как же страшно. Боюсь туда выходить. Так, что там за окном? Уже расцветает. Расцветает потихонечку. Так, попробую выйти тогда. Черт, что это было? Так, здесь никого нету. Ё-моё, как же я проверяю комнаты с опаской теперь. Пусть то, что здесь кто-то есть. Уже расцвело. Рассвет наступил. Так. Кто кого ел? Окно выбито. Точнее, оно открыто.
Офигеть! Так это что, Вендиго сюда добрались уже? Блин, да не может быть такого. Не верю в этих Вендиго, блин, может это сон какой-то. Надо шибануться хорошенько, чтобы проснуться сразу. Тупая идея была. Теперь башка кружится еще. Что так плохо? Вот я придурок, конечно. Надо было проверить как-нибудь по-другому, но не таким способом. Так, черт. Окно выбито недавно совсем. Кстати, я обратил внимание на то, что люк тоже. Его не завалило снегом. Значит, недавно его кто-то открывал. Так полагаю. О, нет, но я распускаться я не буду. Как нормальный человек спущусь. Блин. Так, ладно. В доме чисто, никого нету. Сверху, кстати, я не посмотрел, что там. Так. Куча дров. Это плюс. Две печи. Шикарно. Какие-то верстаки стоят. Молоток, пила. Эту штуку, кстати, мы видели. Он в том доме. О, уже снег закончился. Так, а вот это вот... Я не пойму, что это за штука такая. Похоже на горелку, как я предполагал. Но это точно не горелка, что другое. Какой-то тазик или котел. Какой-то стальной или... Не понять. Это каких-то два старых магнитофона. Ну ладно. Пойду спущусь, как нормальный человек. И пора уходить с этого здания страшного. Так, ну здание реально стрёмное. Выглядит так. Еще кто-то был на втором этаже, когда я тут прятался. А если бы сейчас не рассвело, то бы меня, возможно, уже не было. Так. Кстати, этих деревьев я оттуда не замечал. Какая-то загадка. Откуда они здесь? Или, может, я плохо смотрел? Офигеть, сколько снегу навалило. Наверное, в сугроб провалиться, если то... Еле выберешься. Капец, реально столько снега навалило. Опа. А вот это вот я не замечал. Но сначала нужно будет обойти дом. С той стороны посмотреть, что еще. Вдруг там что-то есть. Лестница. Надо будет... Нет, забираться не буду рискованно. Она какая-то уж гнилая. Потом в другой раз соберусь. Так, что здесь есть? О, отлично. Это шахта какая-то? Черт. Тут звуки какие-то исходят странные. Где же этот Джохан, блин? Козел. Куда он вообще ушел? Или я так понимаю, его эти Вендиго нахер задавили просто. И разорвали. Вдруг его тут конечности где-то валяются по лесу. Keep out. Вали отсюда. Кто это... Писал, даже не знаю. Типа, зачем мне с этой стройки валить, если я даже не заходил еще? Надо зайти. Шлакоблоки какие-то стоят большие. О, дверь, кстати. И вторая дверь валяется. Здание недостроено, сразу видно. Недостройка какая-то. Ну, снегу тут навалило. Так. Забор большой, зачем, да? Большой строительный кран. Блин, кто строился в этой глуши и ради какой цели вот это вот все строили, не пойму. Но с теми домами все понятно. Похоже на какой-то курорт. А вот с этим домом и вот с этим недостроенным, не понять. Так, что я, короче, хотел... Что это, снег такой? Фигня какая-то. На улице холодновато, надо будет согреться где-нибудь. Там тоже вон деревья вижу. Какой-то холм. Так, на кран, я так понимаю, не забраться. Нужно будет лестницу какую-нибудь найти потом. Короче, пойду-ка я, наверное, с этой стройки. Или, может, еще что-то поищу на ней. Здесь ничего нет, стол какой-то стоит. Двери, но с дверями все понятно, даже вон... Петли приделали сюда. Прикол. Это, наверное, здесь дверь должна была быть. Так. Можно ли забраться как-то на нее, чтобы... Посмотреть все. Опа. Ну,
Дальше я забраться не смогу, к сожалению. Так что пойду, наверное, схожу куда-нибудь. Но кто мог написать вот это? Тем более, как будто только что написано. Keep out. Тоже не ясно. Какие-то загадки в этом лесу зимнем. И еще нужно будет сходить в ту шахту как-то пролезть. Твою мать! Фух, зря я зашел туда. Точнее, посмотрел туда. Так, черт. Твою мать, звуки усиливаются. Со мной кто-то гонится. Так. Пофигу на все. Где бы спрятаться? Так. Наверное, вот этой кроватью закрыться. Так. Как-нибудь ее вот так боком поставить. Хотя это меня не спасет. Возле окна встать. Все. Напротив вот этого чувака. Конечно, это манекен, я уже сам с собой разговариваю. Джохана я уже не найду, я так думаю. В каком направлении он мог скрыться, кстати? По-моему, все стихло. Надо будет сходить проверить. Так, кровать я отодвину и поставлю ее вот сюда. Джохан вообще кидал его. Зачем он пошел туда? Вот дебил. Он же знал то, что ночью нельзя выходить. Или он настолько тупой? Так, вернусь я, наверное, к этому люку. Попробовать его раскопать как-нибудь. Сейчас. Ну, рукой копать, конечно, глупая идея. Пришло время проверить твои тайны. Так, нужно по этому углу стукнуть хорошенько. Потом сюда. Еще вот две петли. Черт. Все, пришло время.